Друзья и гости моего канала, всем привет! Вы на канале о рукоделии, меня зовут Елена. Сегодня я приглашаю вас связать вот такую вот шаль. Начинала пактуса, получилась шаль. Вот такая вот огромная, красивая. Сейчас я ее сложу по-другому и покажу еще раз. Показываю сейчас вот в таком виде. Размах ее. Вот так вот размах идет полностью у нас. 274 сантиметра. И глубина шали, вот то, что мы вяжем здесь, вот, да, 135 сантиметров в моем случае. И от того, какими ниточками вы будете вязать и какой номер спиц выберете, у вас получится совершенно другая шаль. Приглашаю вас к вязанию вот такой вот интересной и простой, и одновременно очень красивой шали бактуса. Вот такая вот интересная моделька получается. Пытаюсь ее разложить как-то красиво, чтобы было все видно. Но думаю, что все вам понятно, видно. Узор получается, ложится сам собой и очень красиво. Тут не нужны лишние, я думаю, что узоры, потому что самодостаточная пряжа и получается очень даже симпатично. Вот другой ракурс. Я покажу сейчас, как это получается. Как смотрится красиво. Так. И кого вдохновила такая идея, пожалуйста, присоединяйтесь. Буду благодарна за лайки, за комментарии и за кнопочку «Поделиться» в любых соцсетях. Отдельное спасибо. На данный бактус у меня ушло 197 грамм пряжи. Вот такая вот красота получается. Всем привет-привет! Друзья и гости моего канала, всем привет! Вы на канале о рукоделии, меня зовут Елена. Сегодня у нас будет мастер-класс по вязанию бактуса. Вязать я буду его из вот такой вот пряжи. Вы можете выбирать любую для себя удобную пряжу. В моем случае это будет вот такая вот пряжа Alize Angora Gold. 100 грамм, 550 метров, 80% акрил и 20% шерсть. Спицы нужно брать 3, 5, крючок 2 или 4. В моем случае спицы будут 5,5. Вы можете выбрать для себя удобный. Я уже вязала из такой пряжи бактус. И именно на этих спицах мне все очень понравилось. Так, цвет. У меня будет цвет 25-27. Вы выбираете абсолютно любую пряжу, которая вам нравится, из какой вы хотите вязать. Здесь у меня уже перемотан моточек. Я перемотала его в клубок, потому что вязала один бактус, у меня уже он... Значит, оставляете небольшой хвост. Это удобно будет потом прятать ниточку. Так, набираю я обычным способом 6 петель. 2, 3, 4, 5, 6. И теперь оставляю хвост, который мы будем прятать, вяжу от клубка. Так, также нам пригодятся, нужны будут обязательно маркеры. Маркеры выбираете любые, какие вам нравятся. С ними будет удобно работать. Первую петлю я всегда снимаю вот так вот. И вот так вот делаю я ее. Так, дальше. Вяжем лицевые ряды лицевыми петлями 6 рядов. Три, четыре, пять, шесть. Так, вот 6 петель. Переворачиваю вязание. Второй ряд. Эту петлю также я снимаю и уже считаю. Один, снова лицевые, два, три, четыре, пять,
Здесь провязываю я лицевой 6. Снова переворачиваю вязание. Это будет у нас уже третий ряд. Вот эту петлю первую снова я снимаю и как бы переворачиваю, да, получается. 2, 3, 4, 5, 6. Итак, провязали 6 рядов. Получается вот такая вот у нас деталька. Дальше я вяжу таким образом. Также точно мы вяжем. Первую петлю снимаю. 2, 3, 4, 5, 6. И дальше я здесь вот еще беру петли. За две полупетли подцепляю. Раз. Считаю уже 7. 8. 9. Получается вот такой вот элемент у нас. Видите? С одной стороны мы подняли вот эти вот боковые петли. Переворачиваю вязание и продолжаю вязать лицевой. Первую петлю снимаю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я с той стороны, вот с этой стороны подняла 3 петли. Сейчас тоже мне нужно будет поднять на спицу. Здесь у нас 3, 6, 9. Дальше вяжем вот в первую же петлю, в первую же, вот здесь, вот видите, под первую косичку. 1. Нам нужно поднять 4 петли. 2. 3. И четвертая, последняя петелька. Нам нужно, чтобы у нас было нечетное количество петель. Так. Нечетное количество петель. Дальше у нас уже будет получаться, переворачиваем вязание, будет получаться узор. Будем вязать уже по узору. Так, дальше мы распределяем, сколько нужно петель нам. С края всегда будут идти 3 петли кромочные. Вот я их убираю, 3 петли кромочные. И у нас остается 3, 3 и 1 средняя петля. Она всегда будет вязаться лицевой петлей. Значит, у нас уже в узор будет задействовано 3 петли. Итак, вяжем первый ряд. Дальше все будет понятно. Первую петлю мы снимаем. Первую петлю снимаем. 2, 3. Вяжем всегда лицевой. Дальше вяжем накид. После вот первых 3 петель всегда будет идти накид. Вяжем 1, 2, 3 лицевые. Вновь. Здесь мы должны делать накид, но нам будет не очень-то удобно. Мы вот таким образом перекручиваем петельку и ее надеваем на спицу. Дальше мы вяжем лицевой. Это у нас будет лицевой ряд, поэтому я сразу же вяжу, у меня будет вытянутая средняя петля. И я ее сразу же вяжу в соседнюю нижнюю, не вот под первую петельку, а под нижнюю петлю. Я в лицевом ряду всегда буду делать так. Получается вот такая длинная вытянутая петелька. Дальше после нее, знаете, как удобно будет нам сделать до нее маркер. Забыла про маркеры совсем. Маркер. Так, и после средней петли также мы отмечаем маркером эту среднюю петлю, чтобы было удобнее нам потом работать. И вновь после вытянутой средней петли мы накидываем петельку на спицу. И дальше вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Это по рисунку в зеркальном отображении. Накид. И последние 3 петли также всегда будут у нас вязаться лицевыми. И перед последними 3 петлями всегда будет накид. Будем вязать в зеркальном отображении. Переворачиваем вязание. И вяжем все по рисунку. Первую петлю мы снимаем. Дальше вторая у нас лицевая и третья. Крайние 3 всегда петли вяжем. Что сначала, что в конце, вяжем всегда лицевыми. И дальше все вяжем по рисунку.
накиды изнаночными. Лицевые у нас, которые были в прошлом ряду, здесь идут изнаночными. Накиды все провязываем также изнаночными. Маркер. Здесь мы дошли до средней петли. Ее вяжем также просто изнаночной. В изнаночном ряду она будет всегда провязываться изнаночной. Маркер. Вновь изнаночная. И все по рисунку. Дошли до накида. Накид провязываем изнаночной. И последние три петли я перед ними не ставлю маркер, потому что несложно так посмотреть. Кому неудобно, можете поставить перед ними тоже маркер. Мне удобно так. Я последние всегда провязываю лицевыми петлями. Все, у нас пошел узор. Дальше. В лицевом ряду мы точно так же все повторяем. Сейчас еще ряд я с вами провяжу. Первые три петли мы провязываем лицевые. Первую петлю снимаем и две лицевые. Получается всегда три петли, и мы делаем накид. Дальше вяжем все лицевые до маркера. Подошли к маркеру. Делаем накид, но не просто накид, а вот так вот его надеваем на спицу. Маркер перекидываем. Вновь мы вяжем среднюю петлю, но мы вяжем ее не за эту стеночку, а за нижнюю. И получится у нас вытянутая петля. Красиво потом получится в результате такая красивая серединка получится. Маркер перекидываем. Вновь накид накидываем на спицу. Дальше по рисунку все. Вяжем лицевыми петлями. Доходим до того момента, как остается 3 петли. Накид. И 3 лицевые. Изнаночный ряд вяжите самостоятельно. И встретимся с вами, когда я провяжу. Я обычно считаю по накидам 15, 18, либо 20 накидов. Кому как удобно. В общем, считаю по накидам 1, 2 и так далее. Я обычно вяжу 18 где-то вот так вот накидов. Это получается примерно вот столько. Встретимся, когда провяжу данный участок. Итак, провязали мы с вами вон сколько. Сейчас я поверну, покажу. Вот такое расстояние провязала я. Серединка у меня получается вот такая, потому что вытянутые петли. И получается очень оригинально и красиво в деле. Вот так вот получается. Я сейчас уже посчитала. Я ориентируюсь всегда по накидам, какие у меня идут. Сначала вязание. Вот тут вот один. Вот начинаю прямо от него. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И вот тут вот сейчас будет 19 накид у меня. Я буду провязывать изнаночный ряд. Буду провязывать его уже не по рисунку, а все петли лицевыми петлями. Итак, я начну с вами вязать. Ряд уже большой, поэтому только начало покажу. Лицевые. Первую петлю я снимаю. Дальше вторая, третья у нас идет лицевая. Вот три петли. Дальше у нас идет накид. Мы его также провязываем лицевой. Здесь мы все петли вяжем лицевыми, не по рисунку, чтобы выделить вот так вот нам. Все петли вяжем лицевыми и встретимся в конце ряда. Довязала до маркера. Здесь также тоже вяжу лицевой петлю. Маркер переснимаю. Вот эту вот петлю среднюю я вяжу изнаночной. Она всегда вяжется у нас по рисунку. В изнаночных петлях. И дальше снова вяжу все петли лицевыми.
Так, вот тут мы довязали до накида, накид провязываю лицевой, и три последние петли также лицевой петлей. Переворачиваем вязание. Следующий ряд вяжем. Три петли провязала, накид. Дальше вяжем лицевыми до маркера. Так, довязала я до маркера, вновь делаю накид, вот так вот накидываю петельку на спицу, маркер переснимаю, и здесь я вяжу лицевую не вот под эту петлю, а под прошлую петлю, под петлю прошлого ряда. Лицевой, маркер снимаю, вновь петельку накидываю на спицу, это у нас будет прибавка, и вновь вяжем все петли лицевыми до конца ряда. Встретимся в конце ряда. Так, провязала я до накида. Сейчас делаем накид и 3 лицевые петли. Последние кромочные. Вот эта кромка. Она у нас сворачиваться не будет и будет выглядеть вот так вот. Очень красиво и очень презентабельно. Косичкой. Переворачиваем вязание и вяжем, повторяем точно так же. Вяжем лицевыми петлями с изнанки, чтобы у нас получилось вот такие вот две бороздочки из изнаночных петель. Все, провязывайте самостоятельно. Итак, я довязала ряд до конца. Осталось у меня 3 петли. Их я вяжу также лицевыми. И переворачиваю вязание. Теперь нам нужно провязать следующий ряд также лицевыми петлями. Видите, у нас уже получилось 2 таких рубчика из изнаночных петель, 2 ряда изнаночными петлями. Вяжем следующий ряд просто лицевыми. Довязали ряд до конца, и изнаночный ряд теперь уже вяжем по рисунку. В общем, когда у нас здесь провязано 2 ряда изнаночными петлями, видите, да? И начинаем вязать уже теперь по рисунку. Следующий ряд вяжем по рисунку. Первую петлю снимаю, вторая, третья, лицевой. Дальше у нас идет накид. Я его провязываю изнаночной и все следующие петли по рисунку изнаночными петлями. Вяжем так до маркера. Довязываем до маркера, накид провязываем также изнаночной, маркер перекидываем, среднюю петлю в изнаночном ряду всегда вяжем изнаночной, маркер перекидываем и дальше все по рисунку. Так, ряд довязали до конца, сейчас мы будем делать красивый узор, мне он нравится. Так, 3 петли у нас планочки, накид. Дальше мы вяжем 2 вместе накид, 2 вместе накид, 2 петли вместе накид, 2 вместе. И так мы вяжем до конца ряда. Не забываем накиды перед маркером
и после маркера. И средняя петля у нас вытянутая, как всегда. Так, здесь у нас идет, смотрите, 2 вместе накид, и здесь у нас остается 1 лицевая. Провязываем 1 лицевая и вновь накид набрасываем на спицу. Маркер перекидываем, вяжем вытянутую петлю, средняя это у нас петля, снова маркер, накидываем петлю на спицу, это у нас накид получается, и дальше вяжем в зеркальном отображении. Раз здесь у нас была 1 лицевая в конце, здесь мы вяжем 1 лицевая, накид, 2 вместе, лицевая, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, и так вяжем до конца ряда. Встретимся в изнаночном ряду. Итак, довязала ряд я до конца. Дальше мы вяжем с вами все по рисунку. Все петли вяжем по рисунку. Накиды также вяжем изнаночными. Первую петлю снимаю всегда. Вторая, третья, лицевая, накид. Так, нет, 3 петли провязали. Дальше все вяжем по рисунку. Накиды вяжем также изнаночными. Все петли у нас в изнаночном ряду будут изнаночными. Здесь ничего сложного. Довяжите сами ряд до конца. Встретимся в начале следующего ряда. Итак, довязала я ряд до конца. Наше вязание выглядит вот таким вот образом. Вот 2 полосочки из изнаночных петель. Дальше у нас вот такой вот узор. Вот такой ажурный узор. И нам нужно вновь повторить 2 вот такие, 2 ряда вот такими вот изнаночными петлями, чтобы у нас были после этого ряда. Вяжите самостоятельно, как мы вязали вот здесь, вот просто лицевые петли в изнаночных и в лицевых рядах. Провязывайте дважды. И дальше вяжем вновь вот такой вот узор, просто лицевой гладью. Вывязываем, пока у нас не будет 19 вот таких вот. Вы можете вязать любое количество. В моем случае это 19 вот таких вот накидов вот здесь по краю. И как только будет 19 накидов по краю, я снова вывязываю вот этот вот узор, повторяю. Так я его повторяю 3 раза. И дальше встретимся с вами, когда я провяжу такой узор. 3 раза. Довязываю буквально последний ряд, и у меня получается заканчивается нить. Хотела показать, как я присоединяю нить к полотну, чтобы не было видно узелков. Вот, у меня мой хвостик остался вот буквально вот столько. Я оставляю побольше хвостик, побольше. Я уже приготовила ниточку из второго клубка. Я обычно беру из середины пряжу. Я вытащила вот столько, потому что... Вот, ну, как бы здесь в этой пряже именно вытаскивается не очень хорошо серединка, но потом все пойдет хорошо. И примерно столько же я оставляю от нового моточка. И теперь делаю нахлест вот таким образом. В общем, вот так вот у меня лежит старая законченная нить, и новую я кладу в противоположном направлении, вот сюда вот, да? Получается у меня 2 нити вместе. Две нити вместе, новая и старая. И теперь я одну петлю провязываю изнаночной, так как у меня изнаночный ряд. Вот здесь 1 петля у меня двойные петли. Вернее, 1 петля получается у меня с 2 петли вместе, 2 ниточки вместе. Теперь я нить, которая закончилась у меня, также делаю на изнаночную сторону. Вот сюда вот так руки из кадра убежали. Также делаю на изнаночную сторону и дальше уже вяжу. И дальше уже вяжу, как обычно.
как обычно, одной нитью, которая идет от клубка. Итак, вяжем до конца ряда. В моем случае вы можете делать смену, вот эти нижние кончики у меня, нити остались. Потом я покажу, как я их заправляю, чтобы было не видно. Конечно, в идеале, если бы нить закончилась или начиналась в конце или в начале ряда, потому что удобнее спрятать, чтобы было не так видно. Но и здесь, я вас уверяю, будет не видно, так как пряжа с шерстью и все это заваляется, когда будет проходить данное изделие ВТО. ВТО – это влажно-тепловая обработка, то есть, грубо говоря, стирка. Все будет уже нормально, я уже так делала. Я теперь никогда не завязываю узелки. Раньше я завязывала узлы, например, там 2 или 3 узла, чтобы было прочно. Сейчас я этого не делаю, потому что узелки будут точно видны на изделии, и это будет не очень красиво, тем более, когда это практически на середине изделия. Вот, сейчас я заканчиваю и продолжаем с вами мастер-класс. Итак, продолжаем вязать бактус. Я уже связала вот столько. И хочу показать, как я буду завершать свой бактус. Вязать я буду вот таким вот узором. Такая вот сеточка красивая. Мне она очень понравилась. Особенно в завершении работы. Так. Здесь у меня уже провязано, как я говорила выше, я буду вязать. Раз, два, три. Три вот таких вот разделенных узора. Ну, как тут лицевая гладь, и разделена она вот такой вот полосочкой из воздушных, вернее, из накидов. Здесь будет совсем простой узор, но он очень красивый. Мне он нравится именно в таких вот бактусах, которые связаны пряжей секционного крошения. Итак, показываю. Показываю один ряд, я вяжу так все ряды. Как я вяжу этот узор? Значит, первую петлю я снимаю. Дальше у нас идет вторая, третья петля. Это у нас кромка. Я их в лицевых и в изнаночных рядах провязываю лицевыми. Накид. Всегда первый накид. И дальше у нас пошло 2 вместе лицевой. Накид, 2 вместе лицевой. Накид, 2 вместе лицевой. И так вяжем до середины нашего бактуса. И там я покажу, как я провязываю узор, чтобы у меня он был в зеркальном отображении, чтобы рисунок не смещался. Итак, провяжите самостоятельно, встретимся посерединке бактуса. Итак, я подхожу к середине, к моим маркерам. И сейчас я покажу, как я делаю. Важно, чтобы было равное количество петель и справа, и слева от маркеров. Иначе у вас просто будет несимметричный бактус. Итак, я провязала 2 вместе накид. Дальше у меня остается одна петля. У меня остается одна петля, ее ни с чем не свяжешь. Я просто ее провязываю лицевой. Дальше я делаю нашу накид, который у нас, чтобы был без дырочки, просто накидываю на спицу петлю. Маркер переснимаю, вывязываю вытянутую петлю, то есть я вяжу в петлю прошлого ряда, маркер переснимаю, и здесь вяжу так же, чтобы было симметрично, как с правой стороны у нас. Делаю накид, на спицу накид. Дальше у нас оставалась одна петля, я провязываю также одну петлю просто лицевой, и дальше мы вяжем по рисунку. У нас был накид, и 2 вместе. То есть вы вяжете точно в зеркальном отображении от правой стороны бактуса. Вязать на камеру не очень удобно, потому что много петель уже, и мне спицы держать тяжело. Спицы у меня прямые, на укороченных вязать, конечно же, легче, на коротких.
на таких спицах лучше вязать не на камеру. В общем, вяжите до конца ряда, и все ряды по изнанке мы вяжем по рисунку. То есть у нас будет кромочная, как мы вяжем кромочную, лицевыми петлями. Дальше у нас будет все изнаночные петли, как по рисунку. Накиды тоже вяжем изнаночными. И встретимся, тогда я вам покажу в лицевом ряду, встретимся и покажу, как я вяжу изнаночные, вернее, ряды все вот таким узором именно. Так, довязывайте самостоятельно и встретимся в изнаночном ряду. Итак, вяжем изнаночный ряд нашего узора. Первую петлю я снимаю. Дальше у нас идет вторая, третья, это кромочная. Вяжу их лицевыми. И дальше все петли, буквально все петли, накиды изнаночными. И все петли идут по рисунку у нас изнаночными. Вяжем так до конца ряда все ряды данного узора. Изнаночные все петли. Итак, встретимся в конце уже, как я буду закрывать бактус, покажу вам. И как буду прятать хвостики. Потому что в этом моточке у меня оказалось, по-моему, 2 или 3 разрыва нити. Это очень, конечно, неприятно, но я постараюсь их тихонечко спрятать, чтобы мне было видно. Узелки я не завязываю теперь. Я научилась делать буквально, чтобы было не видно, как прятать кончики в вязаном изделии. Поэтому покажу, как делаю это я. Возможно, вы делаете по-другому, и мой способ вам будет просто неинтересен. Все, встретимся в конце, когда я буду закрывать петли бактуса. Так как ниточка у меня остается совсем немножечко от мотка, я второй моточек не хочу сюда присоединять. Я провяжу только один ряд лицевыми петлями, лицевой ряд лицевыми петлями. Можно провязать по вашему желанию несколько рядов лицевыми петлями туда и обратно, чтобы у вас получилось красивое завершение. Но я говорю, что не буду подключать второй моточек, сделаю так, как вижу. В общем, и сейчас я провязываю один ряд лицевыми петлями. Все петли лицевые, в этом случае я накиды нигде вязать не буду, просто лицевые петли, чтобы мне прийти на изнанку с изнанки, потому что закрывать ряд всегда он получается красивее. Все, встретимся с вами в изнаночном ряду, и я покажу, как закрывать изделие. Так, сейчас я покажу, как я закрываю изделие. Я уже практически его закрыла. Вот такой получается шов. Вот так вот интересно. Закрываю я всегда с изнанки. Так получается красивее. И косичка смотрит наружу. Так, как это делаю я? Вы можете делать, как вы привыкли это делать. Как это делаю я, показываю. Две петли. Провязываю лицевой. И по максимуму вытягиваю ниточку. По максимуму. Не бойтесь вытягивать, потому что когда будете вязать следующую петлю, у вас предыдущая петля немножечко станет меньше. Снова вытягиваю. Фокус у меня. И возвращаю петлю обратно. Снова две вместе лицевой. Вытягиваю по максимуму. Две вместе лицевой. Петлю возвращаю и вытягиваю по максимуму. Вот сколько она вообще больше не идет, да? Снова. И так до конца. Получается не широко, и петелька потом возвращается, и получается очень пышная и красивая. И сейчас встретимся. Делайте самостоятельно. И встретимся, я покажу, как я прячу кончики. Итак, как я прячу ниточки в изделии? Для того, чтобы спрятать шерстяную ниточку,
Я беру иголку немножечко поострее, чем обычно, потому что так удобнее будет продевать нитку через саму пряжу. Так, мне не очень удобно показывать, почему-то фокус не берет у меня, видимо, тут много вещей стоит, и он меня не фокусирует на том, чем надо. В общем, я делаю всегда по изнаночной стороне. Вывожу ниточку на изнаночную сторону, к примеру, если она у вас с лицевой стороны. И просто делаю как? По ниточке, ее прокалываю посерединочке, чтобы, в нее войти, в эту ниточку, да? И так вот я иду змейкой. Змейкой иду в том направлении, в каком мне нравится. Вот. Не очень-то видно, наверное, вам. Здесь я, наверное, пойду по нашей кромочке, потому что удобно прятать. Тут вот ниточку будет. Тут есть изнаночные такие ряды. И я тут пройдусь несколько раз. Можно сделать возврат. Например, вы прошли туда и обратно на одну петлю, на две вернуться и снова пройти по этому же месту, чтобы ниточку полностью зафиксировать. Когда вы постираете изделие, вот сейчас я возвращаюсь, да, например, когда вы стираете изделие, то у вас оно закатается, тем более шерстяная, да, пряжа, и ничего не будет видно. Я раньше изделие сначала стирала, потом прятала нитки, но поняла, что это неправильно. Ниточка как раз-таки зафиксируется, и не будет вообще потом ее видно. Ой-ой-ой, полетела. И остатки обрезаю буквально под корень, чтобы не было ничего видно. Дальше. Здесь у меня очень много хвостиков. Оказалось, что были разрывы в пряже, и мне это очень не нравится. Сейчас я также точно... Вот здесь много даже, я не считала, сколько... Это бывает крайне редко, когда пряжа такая вот разорванная, да? Узелочки были, они там были как бы сшиты не очень плотно. Я оставила большой довольно-таки остаточек, вот полузелочек. Он был связан вот так вот неаккуратно, видите? И просто я не стала уже ничего перезавязывать, потому что я не люблю, когда есть узелки в вязаном изделии. Тем более это шаль или бактус, эти узлы будут видны. Сейчас я просто-напросто пройдусь так же точно. Так как ниточка здесь двойная, я ее рассекаю на две. То есть в одну сторону пойду я одним хвостиком, и в другую другим. Я не буду в раз делать, иначе будет очень толсто. И также точно я иду по прокалывая ниточку. И по ней, как бы, знаете, как вот змейкой так вот по ней иду. Прокалываю, иду снова. Повторяю столько раз, сколько мне нужно. На весу, конечно, мне это делать неудобно на камеру, потому что я, во-первых, и не вижу ничего. Когда не на камеру, это делается намного быстрее. Вот. Можете пройти столько, сколько вам нужно. Я захватываю изнаночные петли здесь, да, потому что в них будет не так видно. Вот. И можно, например, снова вернуться на один хотя бы стежочек и снова пойти вперед. Тогда уже вы точно зафиксировали ниточку, и она у вас не разъедется. И вот аккуратно. Когда постираете изделие, ее практически не будет видно. Так, прям расслаиваете ниточку, проходите в саму ниточку посерединочке. Надеюсь, я понятно объясняю. Может, кто-то делает по-своему, пожалуйста. Я раньше делала узлы в работах, но потом поняла, что это очень некрасиво, это очень непрактично, это очень неаккуратно. Вас как мастера не красит эти узлы на работе. Тем более, если работа не для себя, а на заказ, например, или в подарок, да, идет. Все-таки стараешься всегда, чтобы было красиво. Здесь я иду в противоположную сторону, потому что, чтобы не было так толсто, вторую часть этого вот узелочка я пройдусь ниточкой в противоположную сторону. Так. Можете, как вам удобно, наверное, не видно вам ничего, да? Можете, как вам удобно, продевать змейкой.
Не видно, не могу сфокусировать. Не могу. Так, снова можно вернуться немножечко назад, к примеру. И снова пойти вперед несколько стежочков. И принцип, я думаю, что понятен принцип. Там уже сделайте на своих изделиях. У меня редко бывает, что так много узелков. Обычно пряжа бывает практически всегда хорошая. А тут что-то вот в этом моточке именно прям несколько было разрывов. Это не очень-то хорошо. Снимаю вечернее время, поэтому за тени, ну уж не обессудьте, потому что в другое время не могу. Хотя у нас еще рано, еще 4 часов даже нет, но уже темно на улице. Так, все. Думаю, принцип поднятия, но дальше сделайте самостоятельно. И я за кадром сделаю. Дальше я буду вязать. Вернее, дальше я буду стирать изделия. Обычно я стираю на деликатной стирке, на температуре, которую позволяет пряжа. И сушу я, не блокируя, а просто развешиваю и так хорошенько подтягиваю. Можете, конечно, заблокировать, если у вас такой рисунок, знаете, бывают красивые рисунки ажурные, которые требуют, чтобы их блокировали, чтобы они раскрылись прям, да, все. А здесь я буду просто развешаю и повешу просто такое влажное, почти что сухое достаю я обычно уже. На 800 оборотов я делаю отжим. И сохнет все равно, я как бы позволяю высохнуть еще, наверное, до утра, до следующего, да? Потом отпариваю я обычно с изнаночной стороны, не задевая изделия, просто паром обдаю, и все, вся лицевая гладь, какая была у меня, например, неровная или что-то, она разравнивается, будет красиво очень смотреться. И, в общем, я уже когда постираю, ВТО проведу, ВТО – это влажно-тепловая обработка, то есть стирка, грубо говоря, да, проведу ВТО, и уже на другом столе расстелю все, померяю само изделие, сейчас не буду это делать, потому что здесь мне неудобно. И скажу точно, сколько грамм ушло, сколько по длине данное изделие. Вот столько от моточка от моего осталось. Это я думала, что у меня все уйдет, боялась последний ряд, что мне не хватит. Но чуть-чуть осталось, тут, ну, не больше, наверное, грамм 3-4, я так думаю. Начинала пактуса, получилась шаль. Вот такая вот огромная, красивая. Сейчас я ее сложу по-другому и покажу еще раз. Показываю сейчас вот в таком виде. Размах ее. Вот так вот размах идет полностью у нас. 274 сантиметра. И глубина шали, вот то, что мы вяжем здесь, вот, да, 135 сантиметров в моем случае. И от того, какими ниточками вы будете вязать и какой номер спиц выберете, у вас получится совершенно другая шаль. Приглашаю вас к вязанию вот такой вот интересной и простой, и одновременно очень красивой шали бактуса. Вот такая вот интересная моделька получается. Пытаюсь ее разложить как-то красиво, чтобы было все видно. Но думаю, что все вам понятно, видно. Узор получается, ложится сам собой и очень красиво. Тут не нужны лишние, я думаю, что узоры, потому что самодостаточная пряжа, и получается очень даже симпатично. Вот другой ракурс. Я покажу сейчас, как это получается, как смотрится красиво. Так. И кого вдохновила такая идея, пожалуйста, присоединяйтесь. Буду благодарна за лайки, за комментарии и за кнопочку «Поделиться» в любых соцсетях. Отдельное спасибо. На данный бактус у меня ушло 197 грамм пряжи. Вот такая вот красота получается. Вот, все.